Вот, 25, да, отлично. все. Так, мне, короче, надо поменять телефон быстро, одну секундочку, буквально. Для кого держать будешь, короля, да? Для кого? Окей. Потом зубы закину, посмотрю. Ты что, жесткий, что ли? На кого? Вань, Воль, тут? Воль. Слушай, у тебя вопрос, типа, вот эта новая раса, что добавят, есть смысл локу менять на этого ебаного эх? Радара, блядь. А кто в курсе, что новую расу добавят? Мы крошу бьем или вол? Блять, мне нужно быстренько, быстренько, буквально 20 секунд. Сейчас я поменяю себе этот Wi-Fi. А то у меня очень жестко лагает на этот домашний. Выпустит молот Нару, три токена Нувар и топор с Грула. Да, здесь. Все, сейчас Warcraft запускаю и... Ну, я скажу, когда зайду, чтобы там уже готовы были. Чтобы лишнее время не тратили. Двадцать. Еще 25. Толстый ночь сейчас. Поднимал. А вы баньте? 70. Да, давал перед этим. Откадышься. Даже откадышься, да. Да, все. Да, нормально. Уже давно.
Да он жирный вроде. 67 как бы хороший. Так. Ему не очень больно на самом деле. А, она не диспелится. Мы кого бьем? А заведи это туда. Блин. Снимите в нычку, чтобы милики не разлетались. Да, да, да. Может быть, спину парируем. Что за дверь? У него дизарм не работает? Работает. Хуй знает. Уже. Бля, в принципе. Ой, блядь. Ну нахуй оно нужно. Нахуй эти раз ебаные всрались, блядь. Ага. Ну лям 700. На самом деле. Я думал, бля, только у меня. Скриншот кто не сделал, то может быстро на форум отправить. Все что ли? Да они нихуя не сделают, они скажут бейте заново.
Ну и что, они тебе посмотрят? Мы заново. Так сейчас может быть прикол, что мы зайдем, и его не будет, блядь. Они половину хп срезают, если что. Да, они просто его быстренько начинают ему сносить по 10%, если по нем видят, что есть понимание тактики. Да, скриншот просто с рекаунтом и все. Типа этого достаточно. Если видео есть, тогда они тебе сразу его убивают. Тем более 10% осталось. Ну да. Да нет, ты можешь просто, если у тебя видео есть, ты можешь просто ссылку на YouTube. Ты же на YouTube пишешь, на YouTube сбросить и все. Ну. Через бандикам. Бунго камс. Я, походу, ливаю. Я же говорил, что мне к 7 надо уйти. Через 10 минут нужно уходить. Не, через 10 минут я ухожу. КД есть или нет? Угу. Да, два. Да, типа убито нахуй, два босса из двух нахуй. Это типа как чё-то КД нахуй. Покинуть подземелье нахуй. Вроде да. Что будет, если я нажму? А что, ну, либо обновить, либо обновить попробовать, может. Я ушел. Не могу пригласить члена другой группы.
На, сука, опять. Да не, я хуй знает. Перезашло, блядь, короче. Да нет. Не хватает, по-моему, какого-то одного вара и одного приста вроде. До 7 надо хотя бы груля ебануть. Потом после ребута магика, наверное. А где еще не дали?
Ну, чтобы закинуть через секунду 5. Не лутайте сундук тогда. Он сейчас зайдет.
Пиздец, конечно, он по мне шлепнул. Я наверх уже залетел. Ну, походу, с концами улетел. Можете масс-рез отдать сейчас? Если я наверху там. Да зайди, ниже пройти 2 метра. Ну, блядь, сейчас еще сундук. Он с концами, походу, вылетел, его в Дискорде нет. Бля, красава, кто открыл сундук? Ну, у одного у нас не было. Заебись. Спасибо, пацаны. Нет. Так я зашел, у меня не было добычи. Да. Ну, сынок, когда открыли, его еще не было, призрака. У меня не было еще инсте. Я же, блядь, сразу сказал, отдайте масс-рез. Ну да. Бля, СИОД, короче, проебал. Ну нет, у меня сундук просто пропал. А как никнейм, ну, у кому не дало сюда, можно? Я посмотрю кое-что. Диджей. Дед, ну что? Спасибо. Да, пожалуйста. Он тем, кто далеко, просто даже не напишет. Ну я зашел тогда, и что первое я увидел, это как ты шлем лутаешь. Ну ты можешь ему просто шмотку сейчас любую в обмен кинуть, если она ему кинется в верхний слот, значит, соответственно, он может брать. А там ничего на меня не упало, я все равно. Все, забей. Ребята, я релог быстро сделаю и написал. Что-то аддоны не работают. Ребут сервера 45 минут пишет. Главное, чтобы шмотки не откатило. Скрины сделайте, если что. А, оп. Ну, клиент обновлялся, блядь. Запускается через RunXZ, нахуй, через папку, нахуй.
придется обнову качать, блядь, по три раза. А кто им-то? Бля, как заебись, я подниму, а то могу его хилить. Ну, значит, на рожденных же есть это нахуй, ПВЕ, хуйня нахуй. Перед немотой прожимаешь и вообще похуй. Хан же есть, который напулить может. В танк встань. Их проблема. Давайте Геру. Даршам, отойди, пожалуйста, от лока чуть-чуть. Спасибо. Дайте сальву. Да хуй знает. Там вроде арабс. Не знаю, у меня рекаунт не работает, а он тоже. Все забагалось, поэтому даже не могу ничего сказать. Я могу стать.
Ну, по-моему, далеко там лежит. Давай я подниму. Бля, куда он бежит, блядь? Ох, да. Блин, гони справа, что ты делаешь, господи? Ладно. Сложно. Warcraft. Да. Блять, мне все аддоны позабагались. Сколько там до этого? До вот звука. Да, вообще. Ок. Ух ты, блядь, мне ж найти ее еще нужно. После отбрасывания. Отдал дозе мир. Да, в целом должны спокойно пережить. Тебе просто скучно, не с кем поговорить. Не зыбли, бойся, прожми. Да, сложно. Да ничего страшного, похуй, нормально, должен добить 8 миллионов. Главное, держите танка, и все, и должны будем добить. Да понятно. Сложно. Не знаю, что это нам даст, но я могу походить. Нет. Могу в сове походить. Ну что? На каком он стаке въебало получил на хузе? Да рано, на 12-м. Я, короче, с 11 на 12 зубы ему отдам. Да хотя бы просто каплю, давай, да. Без тебя добьем.
Ну ладно. Давай я с 11 на 12, может, откину ему зубы, чтобы они потом откидышились. Да, он может сказать, пойдем. Велики, левая нога. Гера, давайте. Сальву. Хуй наберет, хуй наберет. Закинул. Недооценил ты Армса. Да не, арабцы дохуя набирают игру. Они руны не хотят больше. Там разница только в том, что если ты МТшишь, у тебя руны не хотят. Донт просто держит из-за того, что у него он полик. А у него-то как раз-таки от всех дот идет повышенная, а град трит. Там... Завал ШП. Yeah.
А можно некрасиво? Да пиздец, блядь. Я с 10-го свои прожимки начну давать. Шивы, трин, кровь. Ж пока ничего не может делать. Да-да-да. Хорошо. Мильки. Давайте по пати, Евгеша первый будешь отдавать. Сейчас зубы закину. Перед салом. А не надо, я тебе скажу. А, все, окей. Жду. Можешь сейчас зубы кидать. Еще рано. Ну, перед салом, смотри, сам с ЛДБМ есть. Вот, а, вот, отдал. Вообще заебись, давай. Отдал. Я там чуть-чуть под этого. Не знаю, сколько это помогло. Ну, на next сам я уже прижмусь. Да я, блядь, эрдруг чистой воды. Ну, у меня особо выбора нет. Ну, либо Хуза поставь на кубы, а я босса возьму. Он не сильно вроде так прошибает. Да не, он не бьет почти. Давай, Хуз, вставай тогда на кубы. Хорошо. У меня есть неприятный опыт с этими кубами. Детская драма.
Ну, типа того, я там на 10% или на 5% вайпнул рейд, причем это не первый трай был, а у меня куб просто забагался, он не жался. Ну, такое бывает, когда несколько раз тыкаешь в него. Не-не, у меня КД не было, ну, я смотрел за этим, следил специально. Вот, он просто тупо не жался. Ну, такое тоже бывает. Там дебаф вешается вроде бы. Если... Надо просто нажимать. Тогда не знаю. Ну, если не прожимается куб, то дебаф должен висеть за премиум, випка, там вся эта хуйня. Если дебаф висит, то не прожмется куб, ясен. Не, это понятно. Это еще на X3 было. На X4 не было такого, на X3 было еще давно-давно. По факту, стойте.